Проект «Пативижн» представляет. С вами Пати Вижн и я, Глеб Назаренко. Сегодня мы находимся на дне рождения фитнес-клуба Force Factory на Красноармейской. Сегодня один год. Я могу так долго делать. Пойдем работать? Или не пойдем? Четвертый стакан – это хорошо? Ну, на самом деле хорошо, если вы хотите быть бодрым. Мы представляем спортивное питание английского бренда. Спортивное питание полезно. Не верьте тем, кто говорит, что оно вредно. Вот я в роли ангела. Сейчас придет моя напарница чертенок. Можно вы сядете мне на плечи? Ну, знаете, ангел и демон. И я буду выбирать между вами. Выберите двоих. Обеих, да. Как мне нравится ваше настроение на этот вечер. Что вы больше все-таки предпочитаете? Нагрузки в тренажерном зале или фитнес-программы? Нагрузки в тренажерном зале. Любите приседать? Любим. Скажите, пожалуйста, удобно ли пить кофе за таким столиком? Еще бы, он самоподогревающий. Столики должны меняться. Развивайтесь универсально, не только мышцы, но еще также умственно. Мы желаем вам больших счастливых лет, много-много-много. Девушка, будьте любезны, два виски с колой. А у нас нет. А сами вообще в спорте, я смотрю, вы так в хорошей форме. Да, занимаюсь сама. Пойдем дальше, может нам где-нибудь в другом месте нальют. Добрый вечер. А вы глотаете, не снесь. Побольше посетителей, клиентов, побольше позитивных дней, моментов. Я желаю, чтобы вы процветали, чтобы ни в коем случае никаких невзгод не было у клуба. Открывайте еще клубы. Вот это настрой. Днем рождения! Клуб, на самом деле, один из лучших на районе, самый большой. Тренажеры все есть, групповые программы все есть. Но клубу дальнейшего развития, побольше клиентов. А главное, позитивы и улыбок. Ну, конечно же, я желаю побольше людей, которые хотят заниматься спортом. Мне кажется, по-моему, хлопают там кому-то вам, не вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Хлопают, наверное, мне. Цитадели порока. Вы знаете, где порок, там и фитнес. Давно ли посещаете этот клуб? Вот, замечательный фитнес-клуб, что сказать. Посоветовала моя сестра, сказала, очень хороший зал, за небольшие, в принципе, деньги. Придя сюда, я убедился в этом, и мне очень сильно понравилось. Чтобы мне подарили еще годовую карточку. Подарите нам годовую карточку. Да. Всего-то. С днем рождения, Force Factory! Классная команда, реально хорошие ребята, все работают позитивные, веселые. Force Factory. Один год. С днем рождения. Это был Пативижн, Глеб Назаренко. До встречи.